Всем привет! Меня зовут Сергей. Это второе видео. Сейчас закончилось мое лечение, мои улыбки в клинике Тюля-Акол. Хотел просто поделиться своим опытом. Все было на высшем уровне. Хочу поделиться, что в какие-то моменты было немножко больно, в каких-то моментах появлялось какое-то сомнение. Вот, но получив результат, я доволен просто на 150%. И просто хотел поделиться всем тем, как вообще вся процедура проходила, чтобы, может быть, вам было легче и понятнее, как, что будет. Вот. После того, как я приехал, мне обточили зубы. Вот. Довольно-таки неприятная процедура, но не больно. То есть тебе обкалывают все обезболивающим. Обточка проходит около 2-3 часов, если все в порядке с зубами. У меня не было никакого лечения каналов, никаких операций. Вот. Поэтому просто была обточка. После обточки меня отправили в отель. Огромное спасибо Нелли за отель. Отель был рядом с клиникой, буквально в 2 минутах ходьбы. Это очень удобно, и не нужен никакой трансфер. Просто, если необходимо пойти в клинику, ты просто через 2 минуты там, и то есть все твои процедуры проходят намного быстрее. Вот. После того, как мне обточили зубы, я пошел в отель и где-то на 3 часа, и после того, как мои временные зубы были готовы, я вернулся. Вот эти 2-3 часа были сложными, потому что после того, как отошел наркоз, зубы стали чувствовать. Я никогда сильно не лечил зубы, и для меня это был новый опыт, потому что я стал чувствовать абсолютно все. От стреляющей какой-то мелкой боли до вдоха воздуха, который просто пронизывал. Я не могу сказать, что это какая-то там супер сильная боль, но было очень-очень неприятно. Я уже очень-очень сильно ждал, когда она закончится. И около 6 часов вечером мне позвонили с клиники и сказали, что можно приходить за временными зубами. После того, как я пришел в клинику, доктор примерял мне временные зубы. Это было тоже немножко больно, но в принципе терпимо. Вот, попрыскали там вот этой вот жидкостью специальной, которая тоже является обезболивающим, и это помогло. После того, как установили зубы, вот, мне еще сделали очень важную вещь, это отбеливание переднего зуба. Как я говорил, у меня в комплексе лечения было отбеливание зуба. То есть, грубо говоря, передний зуб, сверлят дыру в переднем зубе, так как он мертвый, и туда вводят гель специальный для отбеливания. У меня отбеливание было около 5-6 дней, вот поэтому я дольше немножко задержался для своего лечения. Вот, отбеливание очень сильно помогло, это абсолютно не больно, вот, но очень эффективно. Вот, заплатил за эту процедуру 250 евро и очень-очень доволен. Вот, потому что этот зуб просто не светит через коронку, так как коронки прозрачные, вот, если бы он был темный, он просто бы светил и было бы темное пятно. Вот, поэтому было решено сделать так. Кстати, хочу привести пример. Когда я посоветовался со стоматологом в России, то мне сказали, что можно сделать какую-то накладку, можно сделать что-то другое. В клинике Тюля-Акол мне сразу сказали, что надо отбелить зуб, и все будет хорошо. Вот. После того, как мне поставили временные зубы, меня отпустили в отель. Первый день с временными зубами, этот вечер было немножко больно, но, знаете, я даже в этот день поел, было немножко больно кусать, вот, но, в принципе, еда была такая мягкая, типа супа, там, хумуса и вот таких вот моментов. И в целом было довольно-таки неплохо. На следующий день боль абсолютно прошла, вот, и на следующий день я просто уже пришел в клинику для отбеливания, как я говорил ранее. Просто мне сняли зубы, их ставят на временный такой клей, который легко можно снять. И нанесли второй слой вот этого геля. Вот. Потом этот зуб пломбируется или наносится такой защитный слой для того, чтобы гель работал внутри зуба. Очень приятно было, когда доктора и персонал интересовались, болит ли что-то или не болит. То есть дали мне специальную жидкость для полоскания, чтобы снять и боль, и чтобы десны не болели. Кстати, хочу сказать, что десны тоже первое время очень больно, потому что все-таки примеряют зубы, снимают, плюс это обточка. Поэтому рядом с клиникой прямо есть аптека, в которой можно приобрести по очень хорошей цене лекарства, если необходимо. Но, я же говорю, клиника дает лекарства от себя. Просто я докупал там кое-какие гели, это моя была инициатива для улучшения и восстановления десен. Вот. Огромное спасибо Нелли, потому что она все время спрашивала, как, что происходит вообще. То есть, опять же, было приятно и было понятно, что людям очень интересно, как вообще, что происходит с тобой. Вот. Хочу тоже сказать, что когда мне мерили постоянные зубы, вот, я пришел туда где-то в 7:30 вечера, и мы где-то до 9:30 мерили зубы. Настолько у людей подход классный, что примеряли, что все было аккуратно, учитывается твое мнение. В какой у нас клинике в России с тобой кто-то будет сидеть 3-4 часа после своего рабочего дня? Да никто и никогда. Вот поэтому это тоже немаловажно. И поэтому здесь, наверное, так быстро все и делают. Вот, мне рассказывали даже истории, когда просто доктора даже ночью выходили, и чтобы человек успел на свой самолет и не перебивал, грубо говоря, билеты, не покупал новые билеты. Они просто ночью работали и убирали какие-либо нюансы. Также я сделал себе страховку, очень нужная штука, потому что неизвестно, что будет. Вот, всего 250 евро стоит эта страховка, и получается, она покрывает тебе перелет, по-моему, 500 евро, и отель 500 евро. Так что на год почему нет? Вот я считаю, это тоже очень хорошая опция.
Вот. Честно скажу, что когда появлялись вот эти болезненные моменты с дёснами, когда зубы начинаешь чувствовать, очень много появляется мыслей в голове. А зачем я это делаю? Блин, а может быть не надо было и все. И мне кажется, это срабатывает, наверное, какой-то инстинкт самосохранения. Вот. Но поверьте мне, когда вы увидите результат, просто все ваши сомнения и все эти мысли уйдут за секунду. Потому что, честно скажу, когда ты смотришь на эти временные зубы, подсознательно тоже думаешь, блин, неужели вот такие зубы будут? Неужели они будут такие? Вот, и, естественно, включается какая-то вот внутри сила, которая тебе говорит, блин, а зачем ты это сделал? Зачем оно тебе надо? Вот, но, честно вам скажу, гоните эти мысли от себя, вот, потому что, я же говорю, результат стоит этого. И сейчас вот вы можете посмотреть на мою улыбку, уже выложили фотографии. Вот, я просто хочу вам объяснить, что оно того стоит. И по стоимости, и по времени, и по результату. Поэтому я вам всем рекомендую поехать в клинику Тюляя Кол. Вот, если у вас какие-то есть вопросы, какие-то сомнения, никогда не стесняйтесь, задавайте их Нелли. Она всегда с удовольствием ответит на ваши вопросы, всегда с удовольствием спросит доктора, и доктор вам подскажет, расскажет развернуто, и будет все ясно. По поводу лечения все прозрачно, все ясно, нет никаких серых схем, нет ничего. Это никакая не реклама там или еще что-то. Я просто рассказываю из своего опыта, чтобы вам было легче и не было никаких сомнений. Потому что, конечно, когда ты едешь в другую страну, когда ты тратишь огромные деньги на лечение, вот, там, приезжаешь, уходишь с работы на какое-то время и хочешь получить результат. Я уверен, что вы получите хороший результат и будете им довольны. Это красивая, здоровая, классная улыбка, которая радует. Вот я, честно, приехал домой и просто улыбаешься в зеркало и получаешь такое удовольствие, наслаждение. Как-то вот жизнь приобрела новые краски. И я считаю, это очень важно. Улыбка очень важна. И в том числе это здоровье. Вот, поэтому это, конечно же, ваше решение, но я считаю, этого стоит, и, конечно, это каждому решать самому, но я считаю, это классное решение, которое я принял, и я очень доволен результатом. Спасибо клинике Тюляя Кол, и спасибо за красивую, здоровую и классную улыбку.